Многие, очень многие меня спрашивают, а что такое Дакар? Это в действительности испытание, и это нечто большее, чем гонка. Вот вы меня спросили, за каким местом я еду, и гонщики не привыкли загадывать, что будет. Как здесь можно пробить колесо? Невозможно, просто песчаная дорога. Гонщик начинает переживать, начинает делать ошибки. А сколько минут ты проиграл? 24. Основная идея, что в действительности ралли, ну, на выживание такое. В этом году я устал уже в первые дни. Мне было настолько тяжело, что я прям был готов сдаться. В зачете квадроциклов лидирует также россиянин Сергей Корякин. Если он завтра справится с эмоциями, то он оторвется еще очень сильно. Я поставил себе цель победить, и, наверное, пока не выиграю, я не отступлюсь.